Справа от меня стоит боец клуба «Сечи» Дмитрий Тебекин. Приветствую. Дмитрий, привет, поздравляю тебя с победой. Спасибо. Отличный бой. Расскажи, как проходила подготовка, где и с кем? Начали подготавливаться в городе Рязань, клуб «Арта», с Гавриковым Романом, мастер-международник по борьбе. Провели 2 недели борцовских сборов, потом приехали в Санкт-Петербург добиваться на спаррингах. Вся и подготовка так и прошла. Я видел, тебя выводил Алексей Буторин. Да, меня выводил Алексей Буторин, он сейчас занимается в нашем клубе. По стечению обстоятельств ивоных. Очень хорошо он занимается. Выиграл крайний бой свой, Крайний бой выиграл. Готовился у нас. Все отлично. Расскажи, как тебе вообще такой формат, то, что теперь около футбольщики с лесов переместились в рейдж? Ну, это только, я думаю, это уже было давно. Около футбольщики уже давно переходили в ММА. Вот, сейчас просто более сделали это все открыто, чтобы собрать толпу. Толпа пришла, болела. Всем спасибо за поддержку. Пару слов тогда тоже расскажи про поддержку, потому что мы стояли прямо под твоим сектором. Там ребята кричали все тестомес. Ты слышал про это? Конечно. Это давно еще пошло, когда я только начинал. Я работал на хлебозаводе, тестоделом. Меня как-то пригласили на стрелку. Вот, там спросили такие, а ты где работаешь, Дима? А я работаю в каравае, тестомесом. О, говорят, мне отлично. Новое твое прозвище. Дим, вопрос такой, следующий твой бой будет под эгидой М1 или контракт у тебя был только на один бой? Пока что был контракт на один бой. Поговаривали дальше, возможно, скорее всего, подпишем. И еще вытекающий из этого, интересно ли было тебе дальше драться с футбольными фанатами или тебе важен просто бой как бой? Нет, мне нужна именно профессиональная карьера, рост. Футбольные фанаты не все развиты сильно, профессионально. Вот. Может быть, есть как бы, есть. Но я таких, по крайней мере, особо не знаю, потому что я только в своем кругу футбола. А за общими новостями я сильно не слежу. Вот. Хотелось бы просто уже на рост идти вверх по карьере, потому что я занимаюсь только спортивной карьерой, не работаю нигде. Вот. Нужно зарабатывать денег, расти, достигать успехов. Спасибо тебе и желаем тебе удачи. Следим за твоей карьерой, ты знаешь.